песня была написана где-то в году, наверное, в 1980-м. Вот. Я вот заметил, что как это, качество песни от возраста не зависит. Может, даже наоборот, да, когда был молодой, там было интересно. Там были, был кураж, как это, энергетика другая. А сейчас опыт. А сейчас опыт и усталость, да. Вот я летал в Сочи, мы летали с женой на самолетах родной авиакомпании Seven, вот для своих работников, даже тех, кто уже на пенсии, есть такая возможность летать по корпоративному тарифу, очень бюджетно, за что я очень благодарен этой своей компании. Вот, и вот эта песня, как ее называют на правах рекламы, называется она «Не кузнечик». Нет, он, конечно, вовсе не кузнечик, и мелкие отличия не в счет. И все-таки зелененький, совсем как огуречек, большой такой зеленый самолет. Но все-таки зелененький, совсем как огуречек, большой такой зеленый самолет. А я на нем летаю капитаном, и сразу ясно всем, что мне везет. И мне везет, и возит он меня по разным странам, большой такой зеленый самолет. Большой такой зеленый самолет. В Бангкоке, вот немало везде он ни разу не был, работать никогда не устает. Он так же, как и я, почти не может жить без неба, большой такой зеленый самолет. Большой такой зеленый самолет. В Бангкоке, в Хургаде, в Барселоне он мощный позитив с собой несет. И люди улыбаются, увидев на перроне большой такой зеленый самолет. Все люди улыбаются, увидев на перроне большой такой зеленый самолет. И вам, конечно, сразу повезет. Вас повезет по Гвану, хоть во Францию на Сену, большой такой зеленый самолет. Хоть в Ереван, хоть в Мюнхен, хоть в Венецию, хоть в Вену, вас отвезет зеленый самолет. Большой такой зеленый самолет. Большой такой зеленый самолет. Спасибо. Я сейчас скажу сначала. Мне очень приятно, что в этом зале есть один очень давний мой друг. Мы жили в Колпашево в общежитии в одной комнате. Витя Слепнев, я очень рад был его видеть. Я не видел 30 лет, вот как с Колпашево уехал. И очень приятно, что он здесь. И вот эта песня про Колпашево, я думаю, ему тоже кое-что напомнит. Спасибо, Валик. А, ты здесь, да?
Мотался еще вчера пилота биография. Я начинал по северам советской географии. Нефтеюганск и Стрежевой узнали брата нашего на Дым и Новый Уренгой. Ноябрьск и Колпашево, Обские берега, болота и тайга кругом. Как кони комары, ну точно не Атлантика. Зимой сугробы в рост, под 45 мороз потом. Не сможешь позабыть суровую романтику. А кажется, не так давно мы только начинали жить. Гордились тем, что нам дано простор небесный бороздить. И лучше синей формы той и Богу в мире не было. И гул турбин, и рев винтов опять манили в небо нас. Кипело и цвело, а впереди вся жизнь была. Хотелось и моглось с девчонками и песнями. Казалось, не спеша, вода в реке оби текла. Казалось, в 25 так далеко до пенсии. И были запахи острей, и ярче были краски там. А выше, дальше и быстрей летать лишь предстояло нам. И временем не дорожил, не считал беспечный я. Но кто же знал, что эта жизнь такая быстротечная? Берега, озера и тайга кругом. И небо наяву, не на конфетном фантике. И сладкий дым печной, и ледоход весной потом. Не сможешь позабыть сибирскую романтику. Витя помнит или нет, я его как-то уговорил в июне на рыбалку пойти. Вот. Ну, мы там на берегу нашли лодку, и надо было на воду, значит, через кусты туда, на чистую воду выплывать. Ну, и мы, значит, пытаемся туда выгрести. А комары, как у нас, мы говорили, у нас комары такие, вот так вот берешь, вот здесь голова, вот здесь ноги. И они гады злые, просто мы пока до этого, до чистой воды, до середины даже еще не доплыли. Он говорит, все, хватит, разворачиваемся и плывем обратно. Так у нас рыбалка с ним не получилась. Комары нас не пустили, мы просто не подумали, что надо чем-то обработаться. Ведь ты помнишь, да? Да-да-да. Вот. Нормально, плавно. А вообще... уже пролеснул, летчик должен летать.
согласны, да? Летчик должен летать, тут все просто и ясно. На себя, чтобы вверх, от себя, чтобы вниз. Летчик должен летать, и притом безопасно. И это вовсе не блажь, не чей-то каприз. Тем не должен варить, кто-то должен шить тапки. Если вор своровал, сыщик должен сыскать, лекарь должен лечить, бизнесмен делать бабки, техник должен технить, а летчик должен летать. Не копать, не стрелять, не размазывать масло по холсту, как Рембрандт, чтоб шедевр написать. Летчик должен летать в ясный день и в ненастный, и еще по ночам, когда хочется спать. Кто-то должен мешки вдохновенно ворочать, кто-то словом на дело его вдохновлять. А летчик должен летать, потому что он летчик. Вот если б счетчиком был, должен был бы считать. Я, быть может, не прав, я могу ошибаться, и, возможно, меня кто-нибудь упрекнет. Каждый делом своим должен, мол, заниматься. Летчик должен летать, пусть Киркоров поет. Каждый должен пахать по возможности классно, и тогда будет все, и у всех зашибись. А летчик должен летать, тут все просто и ясно. На себя, чтобы вверх, от себя, чтобы вниз. Все сделали на пять. Мы снова отработали красиво. Мы с ним опять все сделали на пять. Мы снова отработали красиво. Пусть это все давно уже прошло. Я представляю часто и поныне. На эшелоне
солнце бьет в стекло, и вчетвером мы вновь в одной кабине. И нам сейчас название экипаж, и мы сейчас как организм единый, и тот, который видимый пейзаж, увидеть можно только из кабины. И тот, который видимый пейзаж, увидеть можно только из кабины. Тамара принесет нам кофейку, и штурман вновь достанет сигареты. Владивосток нас ждет или Баку, а может быть Ганновер с эстафетой. И хорошо мне просто от того, что я в кабине, в экипаже, в форме, и мне не нужно больше ничего. Полет идет, параметры все в норме, и мне не нужно больше ничего. Полет идет, параметры все в норме. И жалко мне немного пацанов, что на глаз кокпит сразу попадают. Конечно, там работа, будь здоров, но несомненно что-то пропадает. На Боингах зарплата хороша, и сетовать неловко как-то даже. Но там была душа, но там жила душа в четырехчленном нашем экипаже. Но там была душа, но там жила душа в четырехчленном нашем экипаже. Наш самолет коснулся полосы, кто спал в салоне, даже не проснулись. Пробег и остановленные часы, мы удовлетворенно улыбнулись. Полет окончен, можно отдыхать, и гордо рулит лайнер бело-синий. Мы с ним опять все сделали на пять, мы снова отработали красиво. Мы с ним опять все сделали на пять, мы снова отработали красиво. Та-да.